зачем, ребят? Да потому что тут непонятка пошла, блядь. Говорит, вы по своим стреляете, говорит, нет, это черный, всем привет. А какой резерв? В ручном резерве. Думаю, ты уснул. Отходил вот так. А. Короче, поубивали все, что можно, уже делать нечего. Поехали, триггер. Да нам сказали, тут потусить на востоке. А, ну, хорошо. У тебя хоть бинокль есть там, не знаю, смотри куда-нибудь. Давай резерв, резерв, давай. Пойду еще по кашу, в машину сяду. Куда мне бинокль тогда мел, пожалуйста? Кинь в машину, пожалуйста. Спасибо. Скину. Спасибо. Противник у нас тут капец. Слышишь меня, Мафим? Че у вас там, жопа пацаны? Враг, враг. Где, где метка? Метку, метку. Поставил, 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 поставил. ДВ дублирую. ДВ, ДВ, ДВ. Не... Все, я понял тебя, вижу, вижу. Или там, я что не понял, где-то здесь у нас. Я понял. На хаммере, на хаммере. Человек 5, наверное. Уже уехали, уже уехали. Они, они едут сейчас, триггер, триггер едут. Окей, а какая, какой южный, северный, понятно? Сейчас поставлю метку на них. Точнейшая метка, точнейшая. Северные едут. Точнейшие, они встали, встали, встали. Обновил, метка точнейшая. Они спешились, они смотрят в сторону триггера. Так, считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек, пять человек. Каменная, каменная гряда. Пять человек, все, да, это те самые. Иракское. Отделение, вижу РПГ одного. Зону обметил, обметил, пометил не зону. Не пались, не пались, не пались. Я нет, я лежу, лежу, я, они меня не видят, они меня даже не видели. Тут МГС был, пуск был, пуск. По нашему МГСу был пуск, попали, я вижу, без колеса стоят. Все, по ним работает МГС наш. Одного пришпандорил.
Да, по мне, по ММГС отработал, ранил меня, гад. Блять. Нормально жить буду. Скажи МГС, что я гранатометчика убил. Гранатометчика я убил. Ты убил гранат? Да. Короче, смотрите, МГС, гранатометчика не бойтесь, наш медик его убил. Поэтому... Да мы уже ничего не боимся, поверь. Да-да, вы без колеса только боятся. Так мы без двигателя, типа, должны быть. Вообще у нас какое-то типа собрание. А, это собрание своих? Ну тут сейчас музыку послушаем, пиво выпьем. Интересно. Вы там 5 человек пол стороной приехали убивать? Там свои подъехать должны были, как у них дела? Я слышу, я сейчас мотаюсь в хаммере. Я надеюсь, вы там все не сдохнете, поехали на хаммерах. Сейчас МГС приедет, папка разберется. И Тед на хаммере прежде их давить нафиг. Да они в камнях, Тед, как бы там особо давить не получится на хаммере. Я задавлю. Пан, мне нужно, чтобы все от их сдох. Так я пока с ДВ ушел, буду на короткой. В машине стоит ДВшка, я ее сбил пока. Короче говоря, 5 трупов наши нашли. Пятеро их было? Да, и был, я считал пятерых. Да, они там собирают. Сейчас к ним подъеду на машине. Скажи по ДВ, что сейчас к ним с востока подъедет наш хаммер. Да, мы поехали к ним. До своих доедем, я приду. Пацаны, кому дать трубу? Медики, можем, садись. О, боссман, здорово! Здорово. Пацаны, держите. Нам не надо, блядь. Бери. Залезай в машину. Бля, а что теперь делать? Артифан. Вы что там, отбились? Все, я зашью. Теперь перестрелимся с востоком. Все, я понял. Теперь смотрите, вся другая восточная компания с пивом, Бауди, Блэкджеком, нахуй, едете на помощь артефана. Тебе как, влить кровушку? Принято. Да не надо. Все, готово. Физрат, не, погоди, сейчас тебе еще. Примерно метка есть у него, где синяя противника. Антисептиком обработаем. Все, готов. Спасибо большое. Она уже давай. Одиночный цель к востоку от нас, не более. Поставь метки, сейчас к тебе пацаны с пивом и шлюхами приедут. Ух ты! Так, Мафин, ну что, я, наверное, обратно еду? Да, езжай. Меду трофеи для тебя, ух, тут много трофеев. Окей.